Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Привез мне только что курьер посылочку. Посылочку заказывал с магазина Socket Buy. Да, друзья, решил обновить старое железо, чтобы лучше обрабатывать видео. Конечно, заказывал все бюджетное, насколько позволял мой бюджет. И сразу хочу, друзья, рассказать про магазин Socket Buy. Промониторил все магазины белорусские, компьютерные. И в магазине Socket Buy цены особенно порадовали. То есть там скидки, акции сейчас. Также связался с консультантом, очень понравилось общение, посоветовали, подобрали. Короче, очень доволен данным магазином и могу вам его порекомендовать. Ну, друзья, что я заказал? Заказал вот такую вот материнскую плату Socket FM 2+. Заказал 845-й процессор, 4-ядерный, боксовый вариант. И заказал такую вот оперативную память Kingston, 4-гиговую. На, друзья, вот на что бюджета хватило, то пришлось и заказать. Ну, не знаю, вот у меня такой вопрос или такая просьба. Может, ребята, у кого-нибудь есть ненужный винчестер SATA 3 и еще одна оперативная память, планочка на 4 гига. Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет оказать помощь. Если не сможете, то не сможете. Вот, друзья, все запаковано. Материнка запакована в специальный антистатический пакет. Процессор все запечатано. Открываю на видео, убедиться, что все целое. И уже это видео, я думаю, будет обрабатываться на новом железе. Ну, конечно, 4 гига оперативки маловато, но у меня компьютер вообще старенький. Мне он нужен не для игр, а чисто вот работать, обрабатывать видео для YouTube. Поэтому и выбор у меня был по бюджету. Такой вот кулерок боксовый. Сразу в комплекте. Вижу, термопаста нанесена. Сразу медные трубочки запаянные. У материнки SATA кабель, задняя панелька. Драйвера. Ну и, собственно, планочка с памятью. Вот, друзья, такое пополнение у меня. Спасибо магазину Socket Buy за то, что помогли выбрать и подобрать все. Ссылочка на магазин будет в описании под видео. Кому интересно, загляните. На этом, друзья, буду заканчивать. И пойду собирать
новое железо.